Зачем так жестко? Ребят, я дождался. Она наконец-то мне ответила. Это подписчица спустя полнедели. Наконец-то я ждал, сидел, ждал. Кто не помнит, чем закончилась предыдущая серия, я выкинул деньги просто в окно, чтобы она их подняла и отпустила Катю. И сейчас мне пришло уведомление, сообщение. Я не знаю, что она скажет, я не знаю, забрала ли она деньги, я не знаю, отпустит ли она Катю, но я очень сильно на это надеюсь. Всем здорово, я забыл с вами поприветствоваться. Ладно, давайте послушаем, что она скажет. Так это и не мои деньги были, а... Всем здорово, с вами Эдуардо Персиано, это не мои деньги были. Надеюсь, что Эдуардо Персиано это не узнает и не убьет меня, то, что я у него деньги стараторил. Ну да ладно. Жопа твоей Кати. В смысле жопа моей Кати? Я тебе деньги заплатил, дрянь мелкая! Да не, ладно, я пошутила. Фу. Я ее отпущу, я же обещала. Нафига она мне вообще сдалась тут? Но перед этим отгадай загадку. Опять загадки. Да, она поможет тебе найти Катерицу. Ты же не думаешь, что я просто так отдам ее тебе? Опять загадки. Так просто. В городе денег на самый высокий крыльях. В городе денег на самый высокий крыльях. Смотря вдаль на горы, открывается потрясный вид. Он и даст тебе подсказку, где Катя. Сейчас зайду в Майнкрафт. Наверное, ты уже понял, что со мной лучше не связываться. Конечно, понял. Ты же до сих пор боишься, что я тебе сердце вырежу. Иди за Катей, а то мало времени осталось. Все, пока. Так, загадка. В городе денег... город денег — это 100% город ютуберов. Я тут даже спорить не буду. В городе денег на самой высокой горе... вдале где-то открывается какой-то крутой вид, где... Чё, мать вашу, так, сначала давайте зайдем в жизнь ютубера, быстро. Так, подождите. Самая высокая гора. В городе денег на самой высокой горе. Я знаю то, что самая высокая гора в жизни ютубера, это примерно вот, или вот, я не помню, или вот это, или вот там дальше. Вроде вот там дальше было. Где-то вдали открывается крутой вид с этой горы. То есть мне нужно найти эту гору, что-то заметить, и там будет Катя. Ребят, пожалуйста. Да, я не знаю, стоит ли уже заканчивать этот сезон с подписчицей или нет, но я надеюсь, что вот сейчас мы найдем Катю, я закончу этот сезон, и все! Я больше никогда не буду с этой подписывать сталкиваться. Ребят, пожалуйста, поставьте лайкусик, набираем 30 тысяч лайков, я обещаю то, что я сразу же найду Катеридзу. Вот прям сразу же ее найду. Поставь, пожалуйста, лайк, укос огромнейший. Прямо сейчас. Пожалуйста, 30 тысяч лайков, выйдет следующая серия. Но я не сдамся без боя. Я не пойду на самую высокую гору без оружия. Да, у меня есть оружие о жизни ютубера. Но у меня тут обычный пистолет. У меня здесь обычный автомат, в котором 15 патронов. А я... и не только я, а моя задница тоже. Мы вместе чувствуем то, что нас там ждет какая-то западня. Я вам не говорил то, что с Геннадием Петровичем я очень хорошо сдружился. Очень хорошо. Это дедуган. Муж. Муж. Бабы Гали. Муж, вот. Геннадий. Геннадий Петрович. Вы не знали, но я с ним очень хорошо сдружился. Он мне рассказывал истории, как он на Второй мировой немцам яйца на уши наматывал. Смешные истории были. Я так же сидел, знаете, так же слушал, а он такой: Помню время. В 44-м мы сидели в кустах вот, после маминой перловки. Вот нас припучило очень сильно. Слышим, кто-то бежит. Смотрим за дерево, фриц на нас идет. Мы такие: сразу штаны спали, сразу обмочился, сразу обговнякался. Мы его даже убивать не стали. Вот такие фрицы, лошпеды и трусишки. Сишка есть? Дай, пожалуйста. Я также сидел, также офигевал с этих историй Геннадия Петровича. Он мне сказал, мол, малец, если что-то не так будет в жизни, приходи. Я тебе дам небольшую такую помощь. Геннадий Петрович, мне нужна помощь.
мы с тобой договаривались, да? Я на время возьму, я просто побегу туда, мне подписчица эта сраная сказала, то, что мне нужно там Катю найти. Я возьму и отдам. Угу. Хорошо. Че он в чате пишет? Эппа! Геннадий Петрович, спасибо большое. Я отдам твою пукалку, не переживай. Я в курсе то, что это сувенир. Я в курсе то, что это легендарное оружие. Я в курсе то, что этим оружием ты примерно 1000 фрицам жопу прострелил. Все будет нормально, Геннадий Петрович. Я сейчас вернусь. Так, мне нужно шуровать в ту сторону, как я помню, как я знаю, если мне не изменяет моя память. Самая большая гора жизни ютубера в городе ютуберов. Вот она. Вот, не, вот она. Вот примерно вот где-то вот здесь, она где-то вот здесь рядом должна быть. Вот, 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 даже верхушки не видно. Сейчас я побегу туда. Я надеюсь, что я смогу там найти Катю. Я надеюсь, что странная подписка наконец-то от нас отстанет. Я надеюсь, что я выживу. И в принципе, я сколько раз я надеюсь сказал. Я надеюсь, что там не будет никакой западни. То, что она реально мне отдаст подписчицу. И все будет нормально, пожалуйста. Чё, что такое происходит там в этой жизни? Ну ёпер, СТ, ну ребят, ну не может быть все спокойно. Но кто-то у кого-то что-то украл. То телефон у Кати, то саму Катю. А мне все это расхлёбывать, я как бы за. Ну, рамки же должны какие-то быть. Ушли отсюда, сволочи блохастые. На юго-востоке. То есть я все правильно пришел, это самая высокая точка в мире жизни ютуберов. На юго-востоке. Так, подождите. Как я знаю, юг там. Север примерно там. Восток. Так, если здесь юг, если здесь восток, значит должно быть что-то вот там. На юго-востоке. Чё-то... Подождите, мне... Так! Так! Ребят, вы это видите? Смотрите прицел! Скажите мне то, что не я один вижу эту крышу какого-то дома. Мать твоя... Ладно. Хватит ныть! Хватит ныть, Эдисон! Не будь Эдичкой-Педичкой! Будь мужиком Эдисоном! Сам себе надоело уже ныть! Сейчас кучери расквашим одной пердолиной. Сейчас все будет нормально. Разнылся. Я не знаю, что сейчас будет. За этим холмом или моя смерть, или Катя, или подписчица, или еще что-то. Перед тем, как, надеюсь, мы не умрем, но, возможно, перед тем, как мы умрем, посмотри, пожалуйста, предыдущую серию. Сейчас надо мной появится подсказка. Нажми, пожалуйста, на нее, перейди и посмотри. Как я выбрасывал в окно деньги и давал их подписчикам. Раз, два, три. Смотри, прямо сейчас надо мной есть подсказочка. Нажми, пожалуйста, посмотри предыдущую серию. Потом возвращайся. Ладно. Фу, твою мать. Чё это за хрень? Какие полярные медведи с балалайкой? Пацаны, вы с ума сошли? Какие бабульки с разбитыми бутылками? Мать вашу, пошли нахрен! Куда я попал? На Северный полюс какой-то! Россия! Россия, мать! Куда? Куда? Так, быстро, 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 быстро! У меня не бесконечные патроны! Если чё, пацаны, какие полярные медведи, какие бабульки! Это с одной стороны смешно, с другой стороны это дичь какая-то! Идите сюда, бабульки с разбитыми бутылками! Северный полюс, а бабульки в шортах ходят! Ушли отсюда! Отдали Катю! Так, немного еще вас, да, осталось? Геннадий Петрович, его легендарная жопа-раздиралка! Кто на меня полезет? А все, патронов уже нет, хорошо. Так, все. Ага, ага. И, конечно же, пушку надо сохранить, а не выбросить ее. Потому что если я его выброшу, то Геннадий Петрович мне яйца на уши натянет. А, так вот, как вы на Северном полюсе согреваетесь. Конечина, винишко. Все понятно. Чё это за дом?
Ладно. Я не готов туда войти, но мне нужно это сделать. Ребят. Раз. Глаз. Фейс! Мать вашу. Нет! Нет! Твою мать! Смотри! Это не Катя. Это записка. Не ссы! Это просто манекен! Муляж! Ха-ха-ха, обосрался и отпустила Катю. Иди за ней. Чё это за робот нафиг? Чё это за робот? Чё это за манекен полуживой какой-то? Я обосрался то, что здесь кровь. Я думал то, что на Катю просто... кокнуло. Ладно. Конечно, обосрался. Я отпустила Катю. Иди за ней. Куда? Где? Выйди и посмотри. Раз, два, три! Сиб! Новосибирск. Новосиб. Она отпустила Катю. То есть Катя сейчас дома у себя в Новосибирске. Да! Ребят, я покупаю билеты и нахрен улетаю в Новосибирск на недельку. Извините меня, пожалуйста, я ролики запишу наперед. Ролики также будут выходить каждый день. Но я должен ее увидеть после такого. Какое сегодня число? Короче, через несколько дней я улетаю в Новосибирск, ничего не знаю. Подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы следить за историями и следить за фоточками. Я там также с Катей буду, если она реально ее отпустила. Так, завтра или послезавтра улетаю. Все, да, покупаем билеты. Аривор, адиос, амигос. Вот так я вашу подписчицу, я улетел.